Хорошая подруга и коллега по цеху Юлии Началовой. Певица Катя Лель пожелала артистке, оказавшейся в больнице, скорейшего выздоровления. «Дорогая Юлечка, я хочу сказать тебе, дорогая, держись. Ты боец, ты очень сильная внутренне. Я помню, когда ты принимала участие в программе «Последний герой», как много ты прошла испытаний, как ты рассказывала мне об этом. Я помню тебя так много лет, и ты должна обязательно скорее выздороветь. Потому что у тебя великолепная дочь Верочка, которой ты так много должна еще дать, поднять ее на ноги. Я хочу, чтобы ты почувствовала всю нашу любовь, всю нашу теплоту и скорее к нам вернулась. Мы с тобой, мы за тебя. Ты очень талантливая, и ты должна нам всем дарить свой великолепный талант. Мы тебя любим, сказала Катя Лель. Ранее РЕН-ТВ сообщил, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивается врачами как тяжелое.